Привет, друзья, и с вами по-прежнему Алексей Венгерский. Ребят, подписывайтесь на мой канал. Я рад, что вы просматриваете мое видео, а я ваше. Это все классно, все отлично. Я сегодня в очередной раз получил посылку из магазина, чудесного интернет-магазина AliExpress. Я сегодня решил заказать, просто хотел посмотреть. Заказал я себе классный перочинный ножик. Просто он стоит вообще фантастическая сумма. Просто смешная, стоит всего лишь 20 рублей. Можем смело поглядеть, как вот он выглядит, что из себя представляет ножик. И можем смело ставить лайки за такое хорошее видео. Классный просто. Друзья, просто на моем канале много видео разного. Я не останавливаюсь, я снимаю многое. То есть я снимаю и обзоры про магазины, и просто видео произвольные. Я рад очень новым друзьям, соответственно. Вы просматриваете мое видео, я ваше. Давайте сейчас глянем, как он выглядит. Как вообще это выглядит, этот перочинный ножик. Что из себя представляет он. Вот. Вот такой вот ножичек. Им очень удобно разрезать там какие-то посылки. Вот, посылочки так. Вот. Можно даже немножко протестировать. Сейчас я его настрою. Вот. Чик, 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 чик. И у нас получается отличный для работы ножик. Чик, и все. Вот так он выглядит. Такой вот ножик. То есть можно смело попробовать что-нибудь такое разрезать. Так, сейчас попробуем. Вот, допустим, возьмем вот этот конверт. Конверт вот так вот. Конверт. Конвертик такой. Конвертище. Конвертик. И аккуратно сделаем надрезик. Чик. Тик-тик-тик. Сейчас еще раз попробуем. Просто неудобно держать. Вот такой у нас получился надрезик. Чик. Чик. Оп. О, тестирование. На этом все.